возвращаясь к тому, что акушерка в Хакасии, понимаешь, не спит ночами и зарабатывает очень мало, меня это корежит. Понимаешь, корежит. И я хочу, чтобы наша страна доросла до того уровня, когда так не будет. Когда каждая акушерка в Хакасии может позволить себе в отпуск ездить куда хочет, жить в хорошей удобной квартире и носить красивую сумочку. Понимаешь, как у меня.